Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня в гостях у нас глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Здравствуйте, Айбек. Здравствуйте, Алтына. Хорошо, спасибо. Как дела в энергетике? Отлично. Айбек Рысбекович, вот такой вопрос. У нас читатели спрашивали, почему электроэнергия летом была экспортирована в Узбекистану дороже цены, по которой продается электроэнергия нашим потребителям. Имеется в виду те потребители, которые покупают электроэнергию по 2,16 сома и по 2,24 сома. Это имеется в виду вот, промышленные абоненты и абоненты, которые превысили гарантированный объем электроэнергии. Спасибо за вопрос. На самом деле, многие этим вопросом задаются. Но мы должны для себя вот четко понимать, что в летнее время у нас 96% потребителей потребляют электроэнергию до 700 киловатт-часов электроэнергии. То есть основная масса – это 1 200 000 абонентов, из них вот 96% потребляют по 77 тиенов. И те, кто вот в летнее время использует электроэнергию там, на цели кондиционирования, либо там, для обслуживания бассейна и так далее, те переходят от границу за 700 киловатт-часов. И мы должны понимать, что летняя электроэнергия 2 цента американских, оно в сомах практически составляет почти сом 40. И у нас доход от экспорта больше, чем от внутреннего рынка. Вот здесь и вся экономика. И это первое. И второе, немаловажно, о том, что как бы в условиях рынка оптовый покупатель всегда дешевле платит. То есть они покупали объем более миллиарда, поэтому по 2 цента продавали.